Добрий вечір. Від серпня в Україні змінюється система маркування та вводяться нові стандарти харчової безпеки в Україні. Згідно системи ХАСП, як нові стандарти покращать якість продукції та для споживачів, та що треба зробити виробникам, щоб відповідати новим умовам, про це сьогодні у темі дня на UA Запоріжжя. У студії для вас працює Віктор Дерев'янко. Дякуємо за мову жестів Ганні Кириченко. Вітаємо у нашій студії Олексія Щокіна, заступника начальника управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області. Добрий вечір, пане Олексію. Добрий вечір. Нагадуємо, що 18 вересня у Запоріжжі відбувся Всеукраїнський форум «Бізнес форум ХАСП in Ukraine» щодо безпечності харчової продукції в Україні, де виробникам та представникам галузі харчування розповідали про принципи дії системи, що дозволяє гарантувати виробництво безпечної продукції. Пане Олексій, як змінилися стандарти харчової безпеки та маркування в Україні, враховуючи те, що 6 серпня вступив у силу закон про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів? Ну, этот закон больше касается именно информации по поводу маркировки. Но он также внес некоторые изменения в профильные законы. Это закон про безопасность пищевых продуктов, так называемый пищевой закон номер 771. И также некоторые подзаконные акты. Я хочу сказать, что к системе безопасности, внедрению системы безопасности пищевых продуктов Украина шла довольно большой тернистый путь, но большие очень изменения произошли именно после 2014 года. В 2015 году вступил в силу закон, именно новая редакция закона 771 пищевого закона, в котором были прописаны основополагающие принципы системы контроля, системы безопасности в пищевых продуктах. Этим законом было предусмотрено необходимость и обязанность всех операторов рынка. Все операторы рынка – это любой субъект хозяйствования, который осуществляет оборот пищевого продукта у себя на мощности. Им было вменено в обязанности внедрить в себя систему безопасности пищевых продуктов. Для этого давались некоторые переходные периоды. С сентября 2017 года в систему безопасности пищевых продуктов должны были внедрить в себя операторы рынка, которые занимаются переработкой необработанных пищевых продуктов. Это мясо, рыба, молоко. С сентября 2018 это оператор рынка, который занимается переработкой других пищевых продуктов, растительные продукты животного происхождения, обработанные продукты пищевые. И получается, с 20 сентября 2019 года эта обязанность уже распространяется на всех, без исключения операторов рынка, которые занимаются оборотом пищевых продуктов. От такий от на сьогодні. Пане Олексій, а які є відмінності у порівнянні зі старим законодавством? Основне відличие – це те, що вся відповідальність за оборот пищевых продуктів на сьогоднішній момент ложиться на оператора ринку, який осуществляє його оборот. Будь то ти производитель, як ти його произвел, или это будет мелкий розничный торговец, каким образом ты его доставил к себе на мощность или и хранил, и при этом предоставил информацию потребителю о том, в каких условиях ты хранишь. Любой потребитель может прийти на магазин и потребовать информацию, как ты хранишь у себя продукт, поинтересоваться, соответствует условия хранения тим условиям, які задекларував производитель, вже для себе приймати рішення, стоїть покупати цей продукт чи не стоїть. Тобто, якщо ти приходиш в магазин, ти бачиш, що морожена продукція, яка повинна морожена продаватися, храниться не в холодильнике, в лучшому випадку в холодильній вітрині не при мінусовій температурі, то задаєш собі вопрос, стоїть ли размениваться 2 гривнами ради того, чтобы купить подешевле. Но если дешевле, не будет безопаснее. Пане Олексію, ми тут згадували закон про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів. Що саме змінилося в плані маркування?
Этот закон устанавливает основные требования к информации, которая должна быть на маркировке. Есть целый порядок обязательных реквизитов, которые он устанавливает, и требования к этим реквизитам, в том числе и по поводу шрифта, не должно быть меньше определенного размера, дабы быть удобочитаемым потребителю. И немаловажное внедрение, что обязательно наличие указания аллергенов, если таковые есть в продукте, или могут быть их следы, дабы потребитель, знав, покупая определенный продукт, мог определить для себя, может ли этот продукт вызвать для него негативные последствия для здоровья потребителя. Пане Олексій, що вимагається від виробників згідно із новими стандартами харчової безпеки? От них требуется, я бы не сказал, что это какие-то космические требования, от них требуется, по-хорошему говоря, выполнение старых инструкций. Система безопасности пищевых продуктов, она, я бы сравнил ее с мамой-бюрократом, так скажем. Мама, потому что любая мама не даст своему ребенку небезопасный продукт. Она сделает, приложит все усилия для того, чтобы накормить ребенка безопасным, качественным, вкусным продуктом. Бюрократом, потому что для того, чтобы сделать все процедуры безопасности, а это должно быть задокументировано. Система ХАСП – это очень бюрократическая система, любая система безопасности. Система ХАСП – это на сегодняшний день самая простая, что может быть, из систем. Сейчас мы говорим о системе ХАСП. Есть на порядок выше, сложнее и требовательные системы. Свои стандарты у них есть, вплоть до того, что некоторые предприятия себе внедряют собственные системы. Но это брендовые предприятия, и если поставщик хочет работать с этим предприятием, то тогда он вынужден будет соглашаться на условия этого предприятия. Система, она есть основные как бы постулаты этой системы, они называются программы предпосылки. Если это те же самые инструкции, то есть инструкция по санитарной обработке, инструкция по санитарному обследованию, прохождению медицинских осмотров персонала, инструкция по борьбе с вредителями на территории мощности. Эти все инструкции должен для себя внедрить каждый оператор рынка, и уже на основании их, на основании этого фундамента кирпичиками выкладывает свою собственную систему безопасности, дабы гарантировать потребителю безопасный пищевой продукт. Таких систем всего 13. Если они не будут работать, то есть без такого фундамента любая система безопасности, она разрушится. Сегодня можно говорить о том, что в Запорожской области около 13 тысяч операторов рынка, которые зарегистрированы в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите прав потребителей, которые занимаются пищевыми продуктами. Еще плюс к ним около 300 получили эксплуатационные разрешения. Який це відсоток складає від усіх виробників та загалом операторів харчової продукції? На сегодняшний момент трудно сказать, какое это в отношении всей Украины, вы имеете в виду, или в отношении области. Мы должны понимать, что есть пищевой закон 771, по нему все операторы рынка делятся на две категории. Это и те, которые должны получить эксплуатационное разрешение, к ним определенные требования и определенный порядок получения этого эксплуатационного разрешения, и те, которые так называемые предприятия низшей степени риска, они просто регистрируются в Госпотребслужбе, подают заявление, есть это образец заявления на нашем сайте, и порядки декларативного принципа, они подают информацию о себе, что они работают, декларируют, что они занимаются тем или иным видом деятельности,
І таких операторів у нас сьогодні порядка 13,5 тисяч. Слово сказати, если оператор рынка не зарегистрирован или не получил эксплуатационное разрешение в порядке установленного закона, за это предусматривается очень большая ответственность. И эта сумма не сотнями гривен, и не тысячами, а порядка десяток тысяч гривен. Пане Олексій, чи було запровадження системи ХАСП, можливо, певним обов'язком в рамках угоди про асоціацію з ЄС? Украина, подписав соглашение об ассоциации с ЕС, взяла на себя определенные обязательства. Это было связано не только с намерениями вступить и быть членом Европейского Союза, но и намерениями операторов рынка украинскими выйти на рынок Евросоюза. Евросоюз себя ограничивает или обезопасивает, я бы сказал, некоторыми требованиями своего законодательства. Потребитель европейский, он хочет знать, что тот продукт, который попадает на его прилавок, он изготовлен и в соответствии с требованиями законодательства Евросоюза. И поэтому те основные базовые принципы, требования директив, регламентов Евросоюза были заложены и сейчас залаживаются в действующее законодательство Украины. На сегодняшний момент сформирован, так скажем, костяк основной нормативных документов, это законы. И эти законы постепенно обрастают мышечной тканью, подзаконными актами, которые регламентирует действия операторов ринку, действия государственних служащих по контролю за їхні роботи. Тобто ми можемо казати, що система ХАСП, вона входить фактично в рамках оцієї угоди про асоціацію, яку Україна повинна виконати в рамках там стандартів харчової безпеки, маркування. Да, опять-таки, є, ну, це не тільки система ХАСП, є багато систем. Ці системи, общее название у них система безпеки пищевых продуктов. Европейские потребители и европейские законодатели требуют, чтобы операторы рынка отвечали за всю последовательность своих действий, производя или участвуя в обороте того или иного продукта. На сегодняшний момент операторами рынками могут быть как и крупные производители, то есть заводы, мясокомбинаты, молокозаводы, так и все предприятия, которые участвуют в цепочке оборота пищевого продукта. Так называемая цепочка от поля к вилке. То есть начиная от того, что выращивает фермер зерно или выращивает скот, он делает записи в отношении того, какие препараты он применяет для лечения скота, какие пестициды он применяет для выращивания того или иного зерновой культуры. И эта информация постепенно обрастает и вплоть до конечного потребителя, когда он получает на свой стол переработанный продукт, колбасу, хлеб и так далее. Про мету впровадження системи ХАСП в Україні я пропоную послухати коментар від голови громадської спілки «Асоціація з інтеграції ХАСП» Владислава Веремєєнка. Це якраз і націлено на те, щоб споживачам було класно тепер, да? Бо споживачі будуть мати тепер безпечний харчовий продукт, мати змогу його купувати, тому що виробники будуть націлені на те, щоб випускати цей безпечний харчовий продукт. Кожен день десь труються люди. Труються люди, хтось їх труїть своїм продуктом небезпечним. Да? Це якраз роблять несвідомі виробники, які працюють не так, як потрібно. Да? Тому ми цей закон не буде мати такі санкції, що їм не буде цікаво працювати. Коли вони там заплатять штраф 50 тисяч гривень, то вони вже захотять, щоб у них було все по закону. Пане Олексій, які складнощі виникають у виробників при переході на цю систему? Сложності стоять в тому, що, во-первых, я хочу немножко прокомментировать. Система безопасности пищевых продуктов должна была работать у некоторых производителей еще с 2017 года. Мы
просто по комментарию такой был, что сейчас эта система в полной мере должна работать у всех операторов рынка, и инспектор, если приходит на объект, то он в полной мере может применить ту или иную санкцию теперь. Яку саме санкцію? На сегодняшний момент эта санкция составляет 15 минимальных заработных плат для операторов рынка, которые имеют статус физических лиц предпринимателей, и 30 минимальных заработных плат это для всех остальных сельскохозяйственных, это юридические лица. То есть мы можем посчитать, умножить на 472, и сумма будет достаточно внушительная. Но хочу сразу предупредить, что опять-таки, государство предусмотрело предохранительный механизм и опять дает отсрочку предпринимателю, субъекту хозяйствования. Ответственность может настать только в том случае, если такое нарушение будет зафиксировано дважды подряд. Довольно це порушення норм впровадження системи харчової безпеки харчової продукції, в тому числі і ХАЗП, правильно? Именно исключительно не впровадження системи ХАЗП. Именно за это предусмотрена вот такая большая ответственность оператора рынка. Для инспекторов, придя на объект, он обязан будет применить чек-лист, так называемый. Это акты, унифицированные акты, которые есть определенный перечень вопросов. На сегодняшний момент мы имеем буквально с августа 2019 года принятая новая форма этих чек-листов. С 13 сентября они вступили в силу, их обязательно применяет инспектор, каждый инспектор Госпотребслужбы, когда выходит на объект и проверяет соблюдение операторов рынка законодательства именно в сфере безопасности пищевых продуктов. Эти формы актов, они предусмотрены для проверки соблюдения гигиенических требований, отдельно это, и для так называемого аудита системы безопасности пищевых продуктов, когда инспектор, приходя на предприятие, определяет функционирование вот этих самых базовых принципов, 13 программ предпосылок, насколько оператор рынка, они работают. Дело в том, что оператор рынка, он сам для себя предусматривает, как будет работать у него эта система. Если раньше у нас были санитарные правила для предприятий мясной промышленности, рыбоперерабатывающие, кстати, они украинские для рыбы до сих пор действуют, для молокоперерабатывающих, где было четко прописано, что там высота стен должна быть такая-то, уровень покрытия плиткой керамической должен быть такой-то, халаты должны быть такого-то цвета, то на сегодняшний момент вот эти именно базовые программы предпосылок, они регламентируют предпринимателю, как он видит свою безопасность. И он для себя прописывает, что он должен сделать, в какой последовательности, и кто несет у него ответственность за то или иное действие. И потом уже он оценивает правильность. Есть такое понятие в системе безопасности пищевых продуктов, верификация и валидация. То есть сначала он делает эту свою систему безопасности на бумаге, оценивает, правильно ли он все сделал, и потом уже ее оценивает работоспособность на производстве. Или по факту. Пане Максій, а крім нього, от, там, оцінити працездатність системи або там, процедури перевірки, це не тільки виробник може робити, це ще й держструктура або незалежні громадські організації можуть перевіряти впровадження. Так, да, може бути так називаємо аудити першої сторони, коли сам суб'єкт собі зробить аудит своей системы. И, кстати говоря, сама система предусматривает проведение аудита минимум с периодичностью один раз в год самим субъектом. Потому что там все могут произвести изменения в рецептуре продукта, изменения в поставщиках
Тобто може змінитися поставщик сырья или вспомогательных материалов. И в этом случае обязательно пересматриваются все этапы, все цепочки этой системы. Также производитель и оператор рынка может привлечь для проведения аудита стороннюю организацию, аутсорсинговую. В этом случае есть профильные компании, которые приходят и оценивают со стороны действенности этой системы. Ну и также аудит может проводить государственная служба, это уже в рамках государственного контроля. Каждый год составляется план государственного контроля на следующий год. И служба, в зависимости от того, какую степень риска набрал тот или иной субъект хозяйствования, в зависимости от категоризации, сейчас новый подход, риск ориентированный, когда определяется, какой риск может нести тот или иной субъект хозяйствования от своей деятельности, в зависимости от этого получается количество проведенных мероприятий контроля, возможных произведенных мероприятий контроля на следующий год. Эта цифра может варьироваться от 4 инспектирований и 1 аудита в отношении одного субъекта хозяйствования за один год. И может, если степень риска или оператор рынка так зарекомендовал себя вот при проведении предыдущих мероприятий контроля, это количество проверок может уменьшиться до одной проверки в год. Пан Олексій, щодо складнощів впровадження системи ХАСП, ми маємо коментар у представника однієї з компаній-виробників. Пропоную послухати. Напряму вже більше 10 років. Основне те, що ми маємо, це кольорове кодування нашої продукції по системі ХАСП. Найголовніше зауваження та проблеми, які у нас були, це донести співробітникам про кольорове кодування та для чого це потрібно. ХАСП – це досить новий напрям, тому люди ще до нього ставляться зі засторогою. Напевно, ще живуть зі старими стереотипами, санстанціями, тому ось цей момент перемикання на новий тренд – нововведення. Поки що найголовніша наша проблема, але у той же час це основний шлях, по якому ми йдемо. Поки проблема, але в той же час це основний путь, яким ми йдемо. Пане Олексію, які переваги ХАСП дає рядовому споживачу? Є предприятия, во-первых, это обязанность в отношении всех субъектов хозяйствования. На сегодняшний момент все субъекты хозяйствования должны внедрить в себя основные базовые принципы систем безопасности пищевых продуктов. Будь то начиная от программ предпосылок в отношении некоторых субъектов хозяйствования, у которых более-менее низкий степень риска от проведения деятельности, и заканчивая всеми семи принципами системы ХАСП у крупных субъектов хозяйствования. Система дает, если она работающая система, если она оценивается производителем с определенной периодичностью, не реже, чем один раз в год, то эта система дает гарантию потребителя, что он получит безопасный пищевой продукт, который не даст его здоровью вреда и не причинит каких-нибудь более сильных последствий. Пане Олексій, а як відрізнити споживачу продукцію, яка зроблена за стандартами ХАСП, від іншої продукції, ну, там, наприклад, молочної продукції або м'ясної? Як це відрізнити? Опять-таки, вернусь к тому, що на сьогоднішній момент потребитель должен знати, що система, вся продукція, яка производиться в Україні, вона вже должна вироблюватися по стандартам, которые регламентируются системами безопасности пищевых продуктов. На сегодняшний момент не должно быть в Украине предприятий, которые производят продукцию, не внедрив у себя систему безопасности пищевых продуктов. У нас нет обратной взаимосвязи с субъектами, потому что я уже привел цифру около, грубо говоря, 14 тысяч субъектов только вот на территории Запорожской области, которые занимаются пищевыми продуктами. И у нас нет такого взаимообмена информацией, потому что на сегодняшний момент система безопасности, она может внедриться, не сертифицируясь производителем. То есть
Если даже потребитель видит, что производитель декларирует, что у меня есть сертификат на систему безопасности, то мы, когда приходим, мы не обращаем внимания на наличие этого сертификата. Мы, инспектор приходит и обращает на действенность системы. То есть поэтому утверждать, функционирует система на некоторых предприятиях или не функционирует, это уже работа инспектора, и он определяет для себя во время инспектирования эту работоспособность. Кстати говоря, Госпотребслужба, когда выходит на проверки, и если субъект не выполняет требования действующего законодательства, инспектор вправе применить такую санкцию, как приостановка деятельности на 10 дней. Об этих всех санкциях мы вывешиваем информацию на своем сайте. В отношении этого своего рода антиреклама тому или иному субъекту хозяйствования. Если потребителю интересно, то он может в любой момент зайти на сайт любого из управлений Госпотребслужбы во всех областях Украины, и эта информация будет вывешена, как, с какими нарушениями столкнулся инспектор на том или ином объекте, и почему была приостановлена деятельность этого объекта или пищевого продукта на этом объекте. Дякую, пане Олексію, що сьогодні завітали до нашої студії. Дякуємо нашим глядачам, що були сьогодні з нами. Нагадую, що сьогодні ми говорили про безпеку харчової продукції та запровадження системи ХАСП у Запорізькій області. Дякую, що були з нами. На все добре, до зустрічі.